Имя известного белорусского ученого и политолога Ивана Ивановича Котлера и тема прав человека уже на протяжении многих лет имеют некоторое созвучие. Все потому, что именно благодаря его инициативе, а также поддержке ученых кругов за 25 лет своего существования, белорусская секция Международного общества прав человека стала признанным авторитетным сообществом, которое работало и работает для того, чтобы просвещать людей, делать их понимание глобальной темы более точечным и локальным, применимым к каждому конкретно. Обращали внимание на социальные проблемы, высказывать по некоторым вопросам. Ну, в общем, сотрудничали с Международным прав человека, с представителем Самоорганизации Объединенных Наций в проведении семинара. Так что мы считаем, результаты позитивные. Нам нечего стесняться. Большое мероприятие собрало в одном зале всех тех, кому интересна тема прав человека. Каждый, кто стал участником встречи, здесь находится не просто так. Почти четверть века эти люди трудились рука об руку, чтобы в учебных заведениях появились профильные секции и факультативы, чтобы тема просвещения стала общедоступной. Министерству образования было поручено создать курс лекций, что сделал Иван Иванович Котлер по правам человека, которые читались в высших учебных заведениях, с тем, чтобы организовать в школах кружки по правам человека. Это все было создано, было организовано и было, принесло определенный результат. Образовательная составляющая так и останется в приоритете деятельности белорусской секции Международного общества прав человека. К сожалению, охватить массово в таком вопросе достаточно сложно. Кроме того, представителям объединения предстоит участие в разработке важных государственных документов. К этой теме здесь приступят уже в 2022. В рамках мероприятия самые активные лидеры были удостоены благодарности и грамот.